День рождения Абая Кунанбаева широко отмечают сегодня в административном центре Алматинской области. Напомним, выдающийся казахский поэт написал около 170 произведений и сделал более 50 переводов. Благодаря творчеству Абая в отечественной поэзии появились новые стихотворные формы. Он был не только основоположником казахской письменной литературы, но и человеком, который принес другое мышление и иную систему самопознания. Мудро возвышаясь над своим временем, произведения Абая Кунанбаева актуальны и сейчас, как никогда. В областном центре памятник великого поэта сегодня усыпан букетами цветов. Здесь у монумента великого Абая собрались общественные деятели, представители интеллигенции и городского совета ветеранов. В памятном мероприятии также принял участие заместитель акима города Кунаев Марлан Жолдахмет. Кунаев қаласында Абай Кунанбаев атамыздың құрметіне орай. Ежегодно в городе Кунаев проходят культурные мероприятия в честь Абая Кунанбаева. В этот день мы отдаем дань памяти великому поэту. Он оставил бесценное наследие, ведь его работы актуальны и на сегодняшний день. Для построения нового Казахстана, как никогда, подходят мудрые назидания, слова наставления Абая. Мы должны применять их в повседневной жизни, ведь эти советы помогают нам принимать правильные решения. Поэт, просветитель, гуманист Абай Кунанбаев – поистине личность мирового значения. Его труды настолько уникальны, что не подвластны времени. Они популярны не только в Казахстане, но и во многих странах мира. Причем его произведениями сегодня зачитываются как взрослые, так и дети. Напомним, все прогрессивное казахстанское общество ежегодно 10 августа отмечает день рождения Абая Кунанбаева. В этом году великому просветителю исполнилось ровно 178 лет. В 2022 году этот праздник стал официальным. Его утвердили на государственном уровне. Аружан Тнеибаева, Бекжан Кенжебай, телеканал Жетсу, Алматинская область.